Если вы все еще выбрасываете ботву от моркови, прекратите это делать. Такое средство, как ботва, наделено богатым химическим составом. Она считается в несколько раз питательнее, чем сам корнеплод. В ней содержится гораздо больше витамина А, который называют витамином красоты. В ботве содержится в 11 раз больше калия, нежели в самой моркови. Такое средство является отличной профилактикой заболеваний глаз и кожи. В состав входит много белка, который необходим организму для выполнения жизненно важных процессов. Также в состав входит хлорофилл, кальций, что позволяет выводить из крови и лимфатических узлов человека разного рода ядовитые вещества, токсины и шлаки, а также благодаря кальцию укреплять кости и мышцы. С помощью морковной ботвы еще можно благоприятно влиять на высокое давление, обменные процессы, а также предотвращать развитие сердечных заболеваний. В состав ботвы к тому же входит мощный антиоксидант – селен, который служит профилактикой рака. Но учитывайте, что если чрезмерно употреблять ботву, то это может привести к переизбытку селена в организме, и это очень опасно. Также селен в умеренных количествах благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и репродуктивную функцию женщин и мужчин. Ботва показана людям, которые имеют проблемы со зрением. Отвары из ботвы способны укреплять иммунитет в целом. Для приготовления измельчите ботву, заполните ей треть емкости, добавьте стакан воды и кипятите средство в течение 5 минут. После чего процедите средство, остудите и выпивайте по 1/3 стакана 3 раза в день.